Плацкарт может быть комфортным. В этом журналистов убеждали представители РЖД. На Ивановский вокзал доставили 3 новеньких вагона, которые уже летом будут возить жителей региона в северную столицу. Всего к фирменному поезду присоединят 16 плацкартных вагонов взамен старых. Впрочем, те, что есть, вполне отвечают современным требованиям. Укомплектованы биотуалетами и кондиционерами. Мы начинаем реконструкцию вокзала. Ну а дальше, конечно же, мы смотрим на дальние поезда. И как результат этого сегодняшнего нашего действия, это обновление подвижного состава. В данном случае, вот мы сегодня показываем вам плацкартные вагоны. Теперь каждому пассажиру будет доступна розетка для подзарядки мобильного или ноутбука. Заработает беспроводной интернет, правда, с доступом лишь к специальному приложению. Через него можно узнать об истории городов по пути следования, а также пригласить проводника или заказать блюдо из вагона-ресторана. Обновили специалисты и все системы жизнеобеспечения. Присутствуют установки кондиционирования воздуха, как мы сокращенно их, аббревиатура УКВ. Обязательно там есть система обеззараживания воздуха через ультрафиолет. Система подачи воды также обеспечена обеззараживанием воды, которая подается. Мягкие сиденья изготовлены из высокопрочного материала, который не должен вытираться и трескаться. На откидных столиках сделали выемки для подстаканников. Чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, конструкторы продумали сотни мелочей. В фирменном поезде проводник обязан перед рейсом заправить постельное белье для пассажира. И когда заправили эту резиночку, полочку откидываем, чтобы ничего не сбивалось. То есть вы пришли, отложили, у вас все готово. Новые вагоны в фирменном поезде не повлекут за собой индексацию цен на билеты. Впереди у руководства компании следующий шаг. Время в пути планируют сократить на 2 часа. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.